Три игры, три победы. Чемпионат Московской области по футболу среди детско-юношеских команд набирает обороты. Серпуховская крепость на стадионе «Труд» принимала чеховскую «Спарту». Илья Сиразов расскажет подробнее. Всего два дня прошло с тех пор, как Серпухов играл в гостях с Чеховым. Тогда игроки 2003 и 2005 годов рождения обменялись победами. И вот опять новые баталии крепости и Спарты. На этот раз отношения выясняли футболисты 2004 и 2006 годов рождения. Вот всегда битва, всегда бескомпромиссная борьба на футбольном поле. И спрогнозировать результаты в этих играх достаточно сложно. Но и тем не менее... Я уверен, что и ребята из Чехова, и наши футболисты сейчас преисполнены желанием победить. Первыми на футбольное поле стадиона «Труд» вышли ребята 2006 года. Разница в классе стала заметной сразу. Уже в первом тайме наши парни отличились трижды. После перерыва хозяева поля продолжили наращивать свое преимущество и забили еще три мяча. Лучший бомбардир команды Глеб Князев записал на свой счет два гола. Столько же у еще одного нашего голеадора Александра Дмитренко. Я доволен нашей игрой. Мы одни из лидеров в этой группе. Турнир идет в один круг, поэтому нужно цепляться за каждое очко, за каждый матч. Поэтому каждый матч – это как последняя битва. 6-0. Безоговорочная победа крепости. Юноши 2004 года рождения почин своих младших товарищей поддержать, увы, не смогли. Поражение со счетом 1-7. Обмен победами продолжился. В следующем туре серпуховичи в гостях сыграют с Олимпом из Видного. Матчи пройдут 8 сентября.